В Актау объявлен режим ЧС. Причиной послужило обмеление Каспия. В Акимате заявили, с этим срочно нужно что-то делать. При этом в самом городе вода исчезла совсем. Областной центр и прилегающие к нему населенные пункты отключили от снабжения на 12 часов. Неделями сидим без питьевой воды, без горячей воды. Вообще без какой-либо воды вообще. Ситуация очень тревожная. Все это говорит о низком качестве специалистов. В течение 10 лет идет обмеление Каспия. Но только в прошлом году, когда труба, которая затягивает воду, оказалась сверху воды, только в этот момент МАЭК подумал, что у них, оказывается, вызовет эту проблему обмеления. До нас дошла та вода. Все, нам дали воду наконец-таки. Сейчас. Народ еще пока не прибежал с ведрами. Но вот здесь у нас фигачит водичка. Вон там. Согласно действующего законодательства, мы можем закупать из одного источника. Но, повторяю, это вытекающая мера. Основная мера объявления режима ЧС – это предупреждение чрезвычайной ситуации. Чиновники считают, что сумеют предупредить катастрофу. Якобы для этого в городе и объявили ЧС. Это позволит получить финансирование на необходимые работы и исследования. А это значит, говорят, в Акимате избежать негативных последствий обмеления Каспия. Жители Актау настроены не так позитивно. Они уже знают, каково это – сутками сидеть без воды. Ирина Логвинова, Бейбут Аргынбаев, КТК, Актау.